Оля Варламова с рождения вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. В лифт коляска не помещается, а живет Оля с родителями на 6-м этаже в многоэтажном доме. Чтобы облегчить путь из квартиры до 1-го этажа, теперь семья может воспользоваться специальным электрическим подъемником. Здесь важно то, что сопровождающий не прикладывает больших усилий, не прикладывает физических сил своих, а есть техника, которая помогает. Ну, у нас же есть разная техника для инвалидов, для их самообслуживания. Приобретение подъемника для Оли оказалось возможным благодаря действующей в Московской области уже 5-й год программе губернатора «Доступная среда». Ее основная задача – повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов. Оля Варламова вошла в список жителей Ленинского района с ограниченными возможностями здоровья, которые в этом году будут обеспечены всем необходимым для улучшения условий жизни. Мы определили для себя 16 жителей Ленинского района, это такой первый шаг, где отрабатываем более 60 адресов и маршрутов, чтобы фактически им обеспечить эту доступность. Программа очень важная для нас, это такой, еще раз хочу подсказать, для нас первый шажок, но мы уже ее фактически начали, где будут, о чем я изначально говорил, приобретено минимум 8 подъемников как раз в части доступности. Мы обязательно будем тактильные, направляющие, фактически будут подрядчики все это делать, понижение, о чем искал, бордюрного камня, это обязательно парковочные места. Совместно с Управлением социальной защиты населения были проведены опросы среди маломобильных жителей, определены их основные маршруты передвижения и то, какие учреждения они хотят посетить в первую очередь. Было заявлено там, например, больница, центр «Вера», магазин, поликлиника, естественно. И вот как развлекательный комплекс, это вот спорткомплекс, потому что мы часто посещаем его. Сама Оля очень рада такому подарку, ведь теперь она может выходить из дома гораздо чаще. Это очень удобно, потому что и родителям легче в 2 раза, и мне тоже удобно. Там все приспособлено, там есть специальные крепежи, чтобы я не упала, чтобы родители не переживали. Оля девушка творческая, умеет шить и вышивать, и видит в этом одну из своих возможных будущих профессий. Но своей главной мечтой она называет спортивные танцы на колясках. Надеемся, ее мечта сбудется. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».